Holy Weapon, с Holy Weapon начнем, баф на Holy Weapon. Надо еще сделать страйдеры, ребят, как вы помните, очень хочу это сделать. Надеюсь, мне Стас поможет, если он сводится, это очень... То есть там одному пиздец, там квест идиотский. Так, на себя-то зачем? Тебе-то зачем, Holy Weapon, слышь? Хуйня, не страдай, блядь, пожалуйста. Хуйня, не страдай. Так, тебе надо бафы срочно. Давай бафы. Попробуем вдвоем, ребята, это будет тяжело, как вы видели на видео. Этот район-то был тяжело для меня. Вот, но я был уже пиздец уставший, по кнопкам не попадал, уже не соображал. Это после стрима, представляете, я после этого еще, значит, это с 52 до 43 сливал одну девку, с 45 до 43 другую девку. Делал соски еще параллельно гномкой, она сидит там, у меня 1050 сосок надела, надо их будет отправить потом по адресату, чтобы у них были соски все с собой в городе. Я на одну все время отправляю, лучше всем отправить, чтобы у всех девочек были на почте соски. Так, бафнуло. Второй бафы. Вот, ребят, сейчас быстренько набафуемся. И без лишних, как говорится, разговоров, как вы просили. Стрим начался, идем сразу на рыбой. Ну, блядь, стрим начался и крашнулся, вы скажете. Ну, это, ребят, чистая техническая хуйня. Ни о ком говно, не стримляю на калькуляторе. И поэтому с этим, поймите, что я разбираюсь в этом. У меня настроено все так, что выдает максимальный профит, ребят. Максимальный КПД, ребят. Но предел, к сожалению, есть. Вот. Поэтому помирает нахуй часто. Так, ну что, что-то не набафало. Все набафало. Так, ребят, шилочку отвожу в стороночку. Все, если будем умирать, скорее тут будем всего умирать вдвоем. Шилочку отвожу, сажаю. Так, сажаю. Значит, смотрите, нам нужно... Так, как я хотел слиться, да? Ну, можно не сливаться, но главное успеть прожать гац. Вот такая есть хуйня, что можно не успеть прожать гац, блядь. Они настолько сильно бьют. Ну, как думаете, слиться, попробовать слиться. Прислиться, прожать гац, потом отхиляться. В пизду, блядь. Так, попробуем. Как говорится, где наша не пропадала? Везде, блядь, да, вы скажете. Ну да, будете правы. Ну, ладно, ребят, вдвоем попробуем. Я еще сейчас сделаю, смотрите как. Так, это значит, включаем эти соски. Так, включай. А, бафнем давай львиное сердце. На всякий случай, ребят. Львиное сердце бафнем. Здесь включаю, ребят, белые соски. Сразу белые. Элика 2 есть. Там 6 эликов, да. Надо было поделиться эликами. Но уже ладно, сейчас не буду. Так, там рыжий включил. Так, теперь, ребят, наш баф имбовый. Помните, я говорил с 52 уровня. Я вам рассказывал про него. Вот, сейчас покажу еще раз. Вот он, видите. На 5 минут число одновременно атакуемых целей плюс 3. Исполнен двуручного меча, требуется меч. То есть мы бьем одного, кто за ним стоит, все тоже под раздачу попадают. Так, наводимся. Наводь, ты навед... Нет, нет, не на волка на своего, на волка наведите, блядь. Очень надо убить быстро охранников. А, Акумен, блядь, представляете, я на видео, да, снимал, и вы видели, насколько же я склеротик, блядь. Я забываю Акумен, вот сейчас вовремя. А то я, помните, там начал бить, все меня убили. Ну, без Акумена их бил. Так, ну что, навелась на последователя. Так, теперь, значит, на криты... Включай на криты. Стоечку включи, пожалуйста. На втором окне включай стоечку, ребят. Вот. Стоечка. Ярость. Сейчас вообще надо быстро. Ярость, заюзай, пожалуйста. Пиздец какой-то. У меня еще и мышка, блядь, реагирует. У меня на мышке забиненная ярость. Стоечка. И все, сейчас очень... Сейчас надо очень меня быстро. И ручки, ручки, ручки сейчас нужны. Ручки мои нужны. Так, ну поехали. Сейчас будет очень сложно, ребят, заранее как бы... Извиняюсь, не буду сейчас отвлекаться на что. Буду просто ебашить, может, буду ругаться, нахуй. Ну, так что сразу говорю, что это будет, блядь. Она бьет без сосок, охуеть. Еще какие фейлы, блядь. Бей, 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 блядь. Бей, бей. Второго, быстро, блядь, второго. Гац, прожимай, прожимай, гац. Быстрей. Элик, элик сожри. Бей, 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 бей. Фу, блядь, ребят. Ой, блядь. Какой же я красавчик, да? Чё вы молчите, блядь? Красавчик, пишите все в чат, хэштег красавчик, блядь. Как я просто их отымел, блядь, охранников. Видели, блядь, без шансов, нахуй. У меня вторая, видели, чуть не сдохла? Они обоих могли сейчас убить. Обоих, блядь, девах моих, да. Обеих, извиняюсь, обеих, конечно. Вот, и что, ребят, получается, да? Видели, да, что получается? Что я их просто заовнил, нахуй. Я успел и на одной, ребят, до гаца прожать, и на второй гаца прожать. Я просто, блядь, красавчик, ребят.
Пишите, что я красавчик, это важно. Это важно. Я шучу, шучу. Ну, как? Нет, пишите, конечно. Это не обязательно. Это не важно. Важно, что я справился, ребят. Сегодня я не выспался, но я тогда был вообще убитый с утра, когда снимал видос. Вы посмотрите разницу, поймете, да? Я забыл хасту, блядь, заюзать. Я сейчас вообще... Сейчас я забыл соски включить вообще на одной девайсе. Это тоже, конечно, пиздец фейлище, нахуй. Но, ребят, главное, что я успел прожать газ, это важно. Тут такой момент есть, когда если вы не успеваете прожать, и даже успеваете, они убивают. Они бьют вас через газ, нахуй. Через третий газ, 200%, блядь, из защиты, сука, представляете, блядь, это пиздец, блядь. 200% у нас под газом защита, там, я ебу 1200, блядь. Но у них урон, у них, короче, 1460 по атак. Так, кстати, я пока нет охранников. Включу. Вдвоем единственное, что будет долго, ребят, дольше, понимаете? То есть охрану придется убить еще раз, это точно. Понимаете, да? Если мы били втроем под бафом, мы бы эту охрану сейчас не ждали, да? То есть надо на всякий случай завести вот этот баф. Салфучечку. Ярость, юзы, юзы, ярость. Так, вот эту салфучечку, она на 5 минут спадает. Опа, он меня, да, френзи съел. Давай. Красава. Все. Бей, я под френзи сейчас его еще буду разъебывать. Под белыми банками, похуй. Вот потом купим, блядь. Купим АЗА, похуй, что-нибудь сделаем. Элики в откате, ребят, газ в откате. Очень сложный момент, я дебил, а зачем-то отключил белый банк, включил розовый, то, что я их дохуя купил. Ну, эти розовые, блядь. Короче, Battle Roar заюзал. Так, там у тебя что? Вдвоем мне, ребят, меньше слагает комп. Вы понимаете, да, это для меня очень важно. Смотрите, как она просела. Видите, это один дух, он сильно очень бьет. Он сильно, ребят, бьет, блядь. Даже вот он один, охрана у него сильнее, чем он, но он, сука, сам еще сильнее. Знаете, он пробивает ее. А я замечу вам, брига плюс 6, у меня еще плащ, который я зачил плюс 3. И плюс 3 плащ, ребят, что дает? Плюс 8% P атака и P деф в PvE. А мы сейчас в PvE, понимаете, да? Плюс 8, плюс 3 заточенный, обычный 0, плюс 0 заточенный, ну не заточенный, дает плюс 5%. Защита и атака. Кстати, она танчит. Это самая сильная моя девочка. Она еле танчит в Риге плюс 6, который еще 5% дерпа дает, и вампирик 5% дает, да, за счет перед уверенчанки. И она еле танчит его, смотрите, блядь, она не отжирается нихуя. Это с хастой, блядь, все бафы. Ну, все бафы, возможно, и для меня шилки, да, то есть, понять, у меня других нет саппортов. Вот, у меня только шилка и надежда, что да, как-то. Ну, Стас прокачал саппорт, я привык уже, что Стас с нами часто, и он. Ну, у него, он, если что, еще от СВС его есть. СВС очень бы помог, ребят, танцы вообще имбищи ебаные у него. Но мне, ребят, понимаете, вот, кого мне? Вот сейчас бы мог здесь СВС открыть максимум, да, на четвертом. А, вот, понимаете, мог бы, наверное. Сейчас очень важно, если появится охрана, быстро увидеть ее и перейти на охрану. Потому что, смотрите, видите, мы пол хп перебили, а это самое. Они сейчас по... О, блядь, он переметнулся. Сучар, он на другой переметнулся. Как же не вовремя. Там мало белых банок у нее, очень мало. У нее мало белых банок, ребят, и если охрана появится, они будут бить ее. Это очень плохо, очень плохо. Ну хорошо, что ко мне спиной появился. Где, кстати, крипы мои? Вот они. Давай, бейте, блядь, бейте, ярость, быстрее, блядь. Бейте, девочки, я серьезно прошу, я второй включил, ребят, белые банки, но у нее проблема. В чем проблема, спросите, в том, что их мало. Их мало у нее, но, надеюсь, нам хватит. Так, я бью, ребят, мы молодцы, мы хуярим. 44 тысячи, блядь, хоть бы успеть. А надо френзи сливать. Давай, френзи. Элик в откате, блядь. Ярость, юзай, давай попробуем. Элик 7 секунд, блядь, появился охранник, ребят. Появился охранник, бьем охранника, блядь, объем охранника. Быстро, бьем охранника. Так, она слит. Элик, жри Элик, блядь. Сука, Элик откатился у нее, слава богу, второй. Она белых. Второй появился охранник. Это очень плохо. Быстрее. Второго. Быстрее. Девка, помогай. Элик, сожри. Сожрала Элик последний, блядь. Один Элик был, ребят. Охранника бьем, ребят. Альта будет как боженька. Так. Альта будет как боженька. Просто иди нахуй, блядь. Да, РБ. Ну все, РБ. Здравствуй, блядь.
пришла твоя очередь, нахуй. Кредит включай, банки отключай. Вот. Кредит включай, банки отключай. Разверну его спиной к второй девочке, ребят. Помните, как я вам с ним рассказывал, чил? Сейчас просто идеальный фарм РП показываю. Идеальный, блядь. Идеальный. Две девочки, ребят. Вы видели, да, на видео? Я втроем еле валил его. Главное, ребят, это переключаться вовремя, правильно, туда, куда надо. Вот это все, блядь. Поняли, да? Это важно. На всякий случай полю горизонт, ребят. Если кто-то придет нас убивать, он, скорее всего, придет оттуда, через дороги. Вот. Ну, кто-то рассказывал, его только начали. Ну, то есть, это не шутки, ПК-шек, ребят. Так что дроп надо быстренько хапать свой. А потом трава не расти. Поздравляю. Фух, ребят, ну просто, рейда. просто лайкосики, ребят. Лайкосики летят, так элики не забыть. Так, модификация оружия 100% падает. Лезвие боевые косы 6 штук. Чё еще за говно? Подкладка латных кожаных сапог 101. Понимаете, куски пейлбот падают, как в издевательство. Куски 101 кусок. Свиток репутации клана. И все. Так. Импа отзываем, нахуй. Ты, волка, отзывай, нахуй. Шилка встает. И мы идем сейчас, что, ребят? Дальше. А я убивал 100 с утра, ребят, вам сказал. 3 РБ. И которые что, ребят, скорее всего, сейчас именно и появится. Так, теперь надо поделиться этими...